Снова кольцо на Советской Фахриддина вызывает недовольство горожан. Еще на этапе строительства водители высказывали, что развязка будет неудобной. Теперь жалуются, что в часы пик там собирается пробка, и жители тратят больше времени на дорогу. В пятницу на кольце произошла авария. На повороте столкнулись автобус и КамАЗ. Этот мужчина был за рулем автобуса. Я здесь пошел на разворот. Здесь, короче, два таких транспорта вообще не помещается. И он зацепил меня зеркалами. Пока шло разбирательство, другие водители были вынуждены стоять в пробке или разворачиваться, нарушая правила, чтобы проехать по другому пути. По словам водителя, ДТП произошло около 5 вечера. Завершили оформление около 9 часов. Ну вот даже когда схему читаю, вот яйцо, а не кольцо. Здесь, говорит, раньше хорошее кольцо было. Но потом что-то почему-то переделали, я не знаю почему. Эксперты разъясняли, что проект кольца подразумевает, что водители будут снижать скорость при выезде с развязки. Это должно было сделать переход безопасным для пешеходов. Пешеходные поставили вот эти новые, то пропуска чаще стали. И затор пробок я, конечно, не наблюдал, но в принципе лояльно водители относятся. Мне нравится. В отличие от других пешеходов, вот здесь вот на той стороне и здесь, в принципе, пропускают. Мне нравится. Работа на территории продолжается, но очевидно, что форма кольца не изменится. Водителям остается быть внимательнее на развязке. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.